Hey, приветствую тебя, дорогой друг. Это Бен Грей. И сегодня мы ставим в игру Class of Heroes. И обязательно в твоем сердечке станет хотя бы немного, но теплее. Игра от компании Atlus. Создатели той самой Бригандины. Когда-то. Так вот игра начинается. На себя, кстати, заставка больше была похожа на, знаете, трейлер скорее к игре, чем заставка игры. Мисс Юда встречает и говорит, что ты похож на новость от студента. Представляется. Она обучает на домашнем обучении. Учитель. В общем, мы должны пойти на открытие церемонию открытия. Фейнмен. В общем, руководящий, так понимаю, этой школой. Нормально он тут задвигает. Не заткнуть. Не будет нормального геймплея. Тут у нас просто выборы с опцией. Edit. Список. Мы должны именно создать персонажа здесь. Своего героя, эльф, The Dwarf. Дальше. Спрайтка звучит классно. Такая ненавязчивая реклама. Филпир. Если female. Селестиан. Пускай у нас будет хуманоид, нейтральный, злой, хороший, нейтральный, пускай. Майор. Ну. Норм звания, как по мне. А, тут дополнительные статы и силу. А плевать вообще. В силу так, да. Сразу игра определяет, что мы будем воином. Ростер. Опять какой-то ростер. Майоры. Ростер майоров. Экспели. Да чтоб вас всех. Экспели. Пель.
Я как бы нажимаю экспели, и они пропадают. Только я не понимаю, зачем я это нажимаю. Джек, Алфлинг, Кика Хьюман, Майя Эльф, АБЦД, Хьюман Экспел. Мейка же ее партия. Я хрезаю, чего от меня хотите, майоры. Никого нет, ростер. Никого нет. Я, возможно, сделал что-то не то. Ну, а, допустим. Гена Мэйл. Он Деваур. Это Фейд, я так понимаю, у него вкачано. Италия вкачаем ему. И Агилия. А дальше опять Фейд, пускай все будет. Деваур, да. Ролл, yes. Эдит это менять того же, то есть я должен создать героев, что ли? Б. Ты тоже у нас Девор почему-то, не знаю почему, но окей. Допустим. Масё, ростер. Скорее всего, мне давались, видимо, герои в начале. А если Виздом, это волшебник у нас будет. Окей. Квесты можно посмотреть, но почти толком ничего нельзя посмотреть. Пускай он будет злым у нас. Злой эльф. А если Виталити? Виталити это никакой класс. Офигенно. А если Агилити? Тоже никакого класса не принадлежит. А если вот так вот разделить? Тоже никак. Слушай, какая-то поварская перед нами книга. А давайте силу. Визард и Деваур стали доступны. И клерик. Во! Вот это другой разговор. Будешь лучником-клериком. А нахрена я всех покикал? Но я, правда, не понимаю, что мне делать. This student lacks the skill to change major. Экспель. Что значит экспель? То есть экспель это его просто убрать. Но смысл в этом экспеле? Ростер. Допустим, ростер у нас. Так что от нас-то игра-то хочет? Разобрался быстро, вы не подумайте. Все в порядке. Я профессионал. До момента попадения в это меню, видимо.
Что это? Сейф? Орб какой-то нашли. Хорошо, мировая карта. Вот как она выглядит. Ну как, не знаю, в тактических RPG-шках на консолях, по сути дела. А вот игровой процесс выглядит как некие классические, очень старые, древние ПК-RPG-шки. Вот это я понимаю был звук. Да что с вами не так? Я офигею с этой. Команды нет. Господи. Это адище какое-то. Это не студент, это свиньи на заклане. О, дверь. Кристаллик. Ты серьезно сделал из этого игру? Ох ты мой. То есть хрен знает, что в общем произошло. Мы деремся против черных кругляшочков. Они активно мажут по ней. Вся команда сдохла. Только попали. Ну да, да, да. Классический, знаете, ПК-РПГ это скорее даже, чем EG-RPG. Bizarre Open. Давайте откроем Open Case. Она открывает. Скорее всего, для ловушек нам нужен какой-нибудь как раз таки вор, которого можно было условно создать. Ну слушайте, РПГ это сложное получается. Something coming. Даже не по, даже их внешне не понять, что это такое. Ну это летучие типа мыши. Чем они темные такие. Ран. Не смогла ран. Ну тогда жопа всей пати. Дем. Еще похилиться. Экипировку. Star Battle, да зачем Star Battle? Гамбиты, наверное, недоступны, раз красным горят. Мы победили, каким чудом, можно убежать? Алай Серч. Все сдохли. Факту Академия. Да. Хотя бы один живой остался. Вот зачем нам вся эта тема-то и нужна была. С героями. Типа мы собираем команду, которая может пойти в лабиринт. Квест нам... Квест не нажимается. Я жму, ничего. То, что можем, это пойти в лабиринт. Либо мировую карту, кстати. А почему бы и нет, друзья? Пошли. Не дают никуда. Короче, кроме лабиринта, давайте вот это исследуем. Это какой-то лес. Я так понимаю, здесь как-то нужно либо видеть экзамен. Вот этот... Да, видимо, вот это нужно постоянно использовать, чтобы...
Фига не эти звуки делали. По типу, а нет ли здесь ловушки? Ага. А если Ally Search? А, Ally типа союзника вообще найти. Вне нашей команды. Ладно, не будем уже исследовать. Почекаем. А, мы должны выбрать кем-то. То есть мы еще должны хорошо понимать, именно кого в команду мы набрали. Допустим, Лаура, Magic Drain. Open. Ты же. Toxic Dart Trap. Она отравлена, я так понимаю теперь. Получается вариант либо покинуть зону, либо ходить дальше, пока она не погибнет. Вау, мы наконец-то видим врагов. Визуал, конечно. Что-то с чем-то. Почему так? Хил. Да, знаете, это реально как старенькие, супер такие старые на MS-DOS ПК RPG-шечки. Только здесь японцы решили сделать своим типа каким-то анимешным колоритом. Бедняжка. Ее насилуют все, кому не лень. Ее яд убивает. Ну что ж, друзья, на этом, думаю, можем и закончить знакомство с игрой в целом. У нее тоже, сказать, своя магия есть. Суммонинг. Монету может призвать, красавица. Так, хил. Давайте похилим ее. Но эти почему-то вообще не могут сражаться, не знаю почему. Хаста. Такая вот РПГшка, на мой взгляд, конечно, не знаю, меня визуаль больше всего от нее как-то вот, ну, это, знаете, это реально прям что-то детское, правда, с этими звуками, конечно, это детским уже не выглядит, поэтому в целом, ноль интереса рейтинга этой игре поставлю, но опять же, блин, она может атаковать, почти никто толком не может бить. Или второй ряд это чисто саппорты, я так понимаю, должны быть. То есть во второй ряд нужно именно магов, получается, ставить. Да, вот оно что, Михалыч, друзья. Ну, теперь хотя бы я понял эти моменты. А Кика... Почему Кика так пинает активно, сволочи? В целом игра, ну как сказать, она рабочая, играется, все дела. Не знаю, на самом деле, может ли она кого-то заинтересовать, даже из любителей вот этих вот старых PC-RPG, то бишь, ну, эти люди реально играли лет 40 назад в эти игры, если не больше даже. Заинтересует ли их вот такая мультяшная, крайне дисковатая игра? Ну, чисто внешне именно. Почему я не могу второго выбрать, я не могу это понять. Почему я мандратов не могу выбирать? Только атакую одного противника. Так, хил... Акика. У Энджи какой-то зверь был, я так понял, его убили. Вам, друзья, кстати, желаю счастья, здоровья, прощаюсь с вами. Любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что вы тоже человек. Вокруг... вас и кого-то свалил вообще. И в конце каждого видео даю мини-задание, которое может выполнить каждый. Завтра, друзья, когда проснетесь, обязательно улыбнетесь и просто подумайте о том, что как ни крути, но жизнь идет только в лучшем ее варианте, а значит, даже если сейчас есть какие-то проблемы, то люди
вы в том числе, одумаются и начнут ее улучшать. В общем, идти в лучшем, опять же, направлении и избавление от ненужных проблем. Всем этого спасибо, до новых встреч, пока-пока.